Мы делаем курс вместе с Леной Кирюшиной про медиа-менеджмент. И это отличающийся от всех курс, потому что в основном остальные курсы посвящены пиару, а мы больше, конечно, про продюсирование, медиа-менеджмент, современные СМИ и журналистику в целом. Мы позвали преподавать ведущих специалистов как в журналистике, так и в продюсировании. Это наши коллеги из газеты «Ведомости», будут мои коллеги из «Дождя», «Вилладж», «Медиатека». И это не только представители СМИ, но и различных ресурсов, которые также работают с медиа. И для нас важно собрать экспертов и сделать тематику курса так, чтобы люди понимали, что такое медиа, как создается контент, как контент продвигается и что нужно делать тому же пиарщику для того, чтобы взаимодействовать со СМИ и полноценно понимать, какая экономика СМИ, как устроены процессы внутри там, медиа российских именно. Эти знания для тех, кому интересна медиа-сфера в целом, медиа-менеджмент, для тех, кто хочет понимать, как монетизируются СМИ, как они устроены. Поэтому это, конечно же, и практика, и теория, но больше всего мы будем разбирать конкретные кейсы, то, с чем мы сталкиваемся, и то, что именно нам не хватает. На наших практических занятиях мы покажем все этапы создания любого контента, от печатного до видео. Если вы хотите узнать все про медиабизнес сегодня, то приходите на наш курс.